Завышают ли самооценку девушек социальные сети, так как на этих сайтах они получают внимание от мужчин? Я думаю, нет, скорее занижают. 100%. Скорее занижают. Да, завышают. Нет. Я тоже считаю, что нет. Думаю, да. Думаю, что нет. Но мне кажется, да. Мне кажется, наоборот. И мы опять наблюдаем женское лицемерие, ложь и фальшь в самом прикрытом виде. Почему? Потому что женщина, любая, которая публикует пост в Инстаграм, всегда подготавливается к нему. Красится, одевается, занимает максимально удобную позу, чтобы получить максимально большое количество внимания. И уже потом входящие лиды в лице мужчин, поступающие в личные сообщения, она сидит, листает и понимает: этому я дам свое внимание, а это мое внимание не дам. И таким образом, естественно, ничего не делая, но получая максимальное количество внимания, ты бустишь свою самооценку.